печати. Обладатели Кубка Гагарина сезона 21-22. Команда ЦСКА! Выходи! Закончился. Центральная спортивная команда.
Слов о наших, скажем, партнеров. Да, партнеров. Огромное количество благодарностей приходит в адрес хоккейного клуба ЦСКА. Итак, благодарность ПАО НК «Роснефть». «Роснефть» и поддержка ее руководителя Игоря Ивановича Сечи. Эта поддержка сыграла важнейшую роль в успехе, позволила принимать экстремальную серию и вновь завоевать звание чемпионов России. Спасибо и новых совместных побед всем нам. Мы сейчас... Спасибо. Мы зачитаем, с вашего позволения, телеграмму поздравления хоккейного клуба ЦСКА от главного исполнительного директора АО НК «Роснефть». Уверен, что впереди нас ждет много ярких и красивых побед. Ну что ж, друзья, мы, по сути, подошли к кульминации нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего вечера. Вручение Кубка чемпионов России команде ЦСКА. Кубок появляется на сцене. Итак, клубу чемпионов России команде будут вручать легенды армейского клуба. Встречайте, президент Федерации хоккея России, лучший хоккеист 20 века по версии Международной Федерации хоккея, член зала хоккейной славы в Торонто и зала славы ИХФ, Владислав Александрович Третьяк. А также великий нападающий, капитан ЦСКА и сборной СССР, член зала славы ИХФ, член наблюдательного совета ЦСКА и почетный президент клуба Борис Петрович Михайлов. И также мы приглашаем на эту сцену президента континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова. Великолепная компания собралась на этой сцене, дорогие друзья. Ну что ж, торжественный момент. Владислав Александрович и Борис Петрович передают Кубок чемпионов России президенту хоккейного клуба ЦСКА Игорю Вячеславовичу Ясмонтовичу и главному тренеру команды ЦСКА Сергею Викторовичу Федорову. Каждый герой, время пришло.
завоеванных ЦСКА по итогам сезона. Самый главный – Кубок Гагарина. Его ЦСКА выиграл второй раз в 2019. А мы включили вас сразу после победы в финале. Стали в рекордный 36-й раз. Мы наконец будем западной конференции, которая вручается команде, которая вышла в финал от Запада. Этот кубок ЦСКА выиграл рекордные 5 раз, так как 5 раз выходил в финал Кубка Гагарина. Слово предоставляется Владиславу. Дорогие друзья, любители хоккея, вся армейская семья в сборе. Давайте мы все пришли поздравить эту прекрасную команду чемпиона России, обладателя Кубка Гагарина, поздравить руководство, поздравить их жен, их близких, кто помогал им бывать победу. За 5 сезонов они 5 раз играли в финале и 2 раза завоевали звание Кубка Гагарина и чемпиона России. И я хотел бы, как армеец, потому что я 21 год играл за этот клуб, для меня это большая честь, сегодня от ветеранов хоккея, армейцев поздравить. Боря, сиди, не уймись, блин. И сказать, что очень тяжело завоевать эти кубки, но еще тяжелее их завоевать вдвойне в будущем году. Давайте пожелаем успехов команде. А половина этих кубок, половина вот этих медалей, которые на груди у наших хоккеев, это ваши. Потому что вы преданные болельщики ЦСКА. Большое вам спасибо за любовь к хоккею. Спасибо! Большое спасибо вам за то, что вы верите в свой клуб и верите в ее победу. Спасибо большое. С победой! И насколько мы знаем, Владислав Александрович пришел не с пустыми руками. Да, Владислав Александрович, вы так просто... Да, матчи ЦСКА и проявил действительно потрясающие какие-то рекордные способности на поле. Пожалуйста, вам слово, Владислав Александрович. Ну, у нас высшая награда, президент Владимир Владимирович Путин тоже награжден. Это за верность хоккею Александру Александровичу Попову. Добрый вечер. Сегодня мы собрались здесь почествовать наш самый легендарный клуб ЦСКА. Я хочу поздравить всех еще раз с победой, поблагодарить команду, ребят, за то, что они принесли радость вам, болельщикам команды ЦСКА. Я, как и Владислав Александрович, тоже немножко причастен к ЦСКА и заканчивал свою карьеру в этой команде. Поэтому мне тем более сейчас приятно поздравлять и награждать ребят. Хотел бы, конечно, отметить, это командная победа. Все ребята молодцы, и коллектив, и руководство. Но в лиге, конечно, были отмечены еще и индивидуальными призами. Например, Александр Попов, который сейчас получил орден за верность, стал MVP. Своим героизмом, своей игрой, когда он даже не смог выйти, получить свою награду, он сделал все для команды и забил победный гол в 7-й игре. Также Сергей Викторович Федоров был признан лучшим тренером, который в дебютном сезоне привел команду в финале 1-3 в победе. Ну и, конечно, объединяет это все Игорь Вячеславович Исмантович, который уже стал тоже лучшим руководителем континентальной хоккейной лиги клуба. Поэтому я всех поздравляю, я желаю, хочу пожелать новых побед, новых достижений, чтобы болельщики были единым целым с командой, и команда радовала своей игрой в будущем своих болельщиков покорных. Удачи, всем успехов, спасибо. Спасибо вам огромное. Уважаемые почетные гости, Александр Александрович, Алексей Борис Петрович, мы просим вас занять место.